Всем бобра! Сегодня хочу рассказать тебе о том, как я ходил в местные джунгли. Если ты смотрел мою прошлую серию, а она будет где-то вот здесь вот, то ты видел, как я ходил на свадьбу. И я познакомился там с массой увлекательных и замечательных людей. И там мне предложили сходить в джунгли. Но одно дело, когда ты за столом обещаешь пойти с первым незнакомым чуваком в джунгли, а другое дело, когда ты человека знаешь. Но я решил, а почему бы и да? И мы отправились в джунгли, сходили в магазин. В общем, ты это все увидишь прямо сейчас. Поехали. Аленка. Мы приехали собираться вот, в джунгли, покупать всякую снеть. Завтра идем в 5 утра, поэтому надо сегодня все купить. Да, мы разберем. Короче, без доширака. Дошираки спасут мир вообще. Теперь вот это отдел. ₽2500. Это 1300 рублей. Ночная сверка багажа. Вот тебе весь скраб вообще собрали в один мешок. Вообще неохота никуда просыпаться, блядь, ну в какие джунгли, блядь. Есть какие-нибудь соображения, мысли какие-нибудь ты хочешь высказать в это время, в это раннее время? В любом походе мальчики всегда ждут девочек. Вот и мы уже 10 минут, как ждем девушку. По-моему, ее надо будет там немножко забить. Тебе есть что сказать? Почему 3 мальчика ждут одну девочку даже в джунгли? Потому что девочка всегда ждет мальчика. Посмотрим в джунглях. Работает ли это правило в джунглях вообще, нет? Все, погнали, давай. Ты тоже гони. Я посмотрю, как тебя током ударит немножко. Серьезно. Давай через пакет тебя шваркнем. Где от напряжения под, для слонов. Птички просыпаются. Пит-стоп. Ну и рожа, конечно, для похода, но ничего делать. Другой не было. Всегда. По утрам другие рожи не выдают. Такое место прошли, здесь такие пчелы гудели. Прям, я не знаю, они, наверное, дают очень дикий мед. Их слышно прям издалека. Где-то река журчит. Вообще очень классно. Спасибо, что проводили. Ну все, вот пришли ребята, привели нас в джунгли. За какой-то сумкой, которая внутри джунгли. Райс. Устал где-то еще. Отхапывают при любом случае. Ну, как все есть. Но фильм. Булат это. Финанкане булат это. Я никогда не ел вот эту красную фигню. Сейчас попробую. Траву, как будто я ем, как будто я слон, блядь. Такая очень вязкая штука, прям. Даже слово ужасная хуйня. Очень отвратительно. Уже готов плевать уже. Ну это так вкусно, блядь, что просто не удержать эту марку, весь этот вкус. Когда будет уже Макдональдс, да? Рик Филипп.
Понятно, что это. Но, окей? А? Окей. От нее не то, что там спать не захочется, блядь. Вот это от нее жить не захочется, блядь. Точно. Вообще, блядь. Меня отравили. Фудблогер из меня никакой, конечно. Но это очень ужасно. Что сейчас происходит? Курим махорку и ружье собираем. Сейчас будем проверять. Кому первым пальцы оторвет. Вот так выглядит предохранитель. Вот отсюда собирают порох с этих бенгальских пареньков. This fire? Yes, yes, yes. Салюты. Салют слону. Пульки у меня. Вот эти две пульки нас спасут. Мы слышали то ли оленя, то ли слона. Короче, немножко боимся. Пробка. Не задерживаемся. Эти цветочки тоже съедобные. На вкус как цветы. Привал. Почистили поляну для костра. Все, теперь чисто. Ну, нам стоит дом построить. Нарисуем, будем жить вообще здесь. Здесь будет room no IC, only fan, 2000 rupees one night. Wi-Fi. No problem. Солнце хочу, небо хочу, радугу. Ну все, джунгли зажили. Теперь здесь будет наш дом. Все заняты делами. Че, он там грибы ищет? Я уже нашел. Перебираю. Солнце хочу, небо хочу, раду хочу и дорог. Здесь, как всегда, тепло и уют. Люстра, диван и сервант. Стены спокойно дышать не дают. Юга, возьми меня, грант. А я не хочу четыре стены, пол, потолок. Солнце хочу, небо хочу, радуг хочу и дорог. А я не хочу четыре стены. Город.
город изумрудный, идем дорогой трудной. Моя добыча. Вот-вот. Спасибо, блин. This color, very good color. What are you doing? This cutting. Going to bathroom water. Okay. Слово подходящее. Я шагатель, например, я страдатель, например, я искатель, например, и тихо плет. И наконец, ась-два, я певец, ась-два, я пою всю жизнь напролет. И наконец, ась-два, я певец, ась-два, я пою всю жизнь напролет. Сейчас мы готовим вкусные пластиковые пакеты. Лесной табак. Свежая газета. И наконец, сать два, зачем певел, сать два, зачем пою всю. Пусть говорят, что не тружусь, говорят, что только землю топчу я. Лесной каре. Ведь артисты и туристы, и писатели, и туристы, ну а я. Я никогда не ел грибы, которые собирал, собственно, и вообще на Шри-Ланке это не делал. Вот такие вот они симпатяги все. Афинка, это сынов. Так что... Если что, простите меня за мое поведение, сразу вам говорю. Добрый путь. Ого. Может быть, закусишь? Вкусно? Как говно слона, блядь, я бы сказал вот так вот. Elephant shit, you know? Good luck. Мы меняем наш лагерь и идем навстречу приключениям. Вроде как охотиться, никого-то не знаю, на слонов. Посмотрим. Один слон на ужин. Так, все прибрали. Оставляем ненадолго. Рис оставили. Еду оставили. Бревна оставили на всякий случай. Вдруг дождь пойдет. Фокс. Это слоновая какашка. И вот это. На этой есть грибы. Принюхиваемся к добыче. Прислушиваемся к ветру. В нашем бочина здесь на каждой поляне деляна. И он пошел проверять свою мишку. Мы немножко отдохнули, присели. Это слоновье место, потому что здесь ну, одни бомбы вообще слоновье. И ни одного слона, к счастью, мы не видели. Сколько здесь звуков птиц, сколько здесь шорохов вообще всяких. Я не знаю, что будет ночью. Ночью, наверное, вообще будет интересно. Но я очень доволен походом. Здесь такое негостеприимное, колючее, там что-то трещит. Один раз слон нас напугал, он там нормально, бля, порычал, что-то погудел. Мы замерли пока. И пока, в общем, вытирали задницу, он уже ушел. Гуляйте, дышите воздух, жуйте грибы. В общем, будьте счастливы на природе, если она у вас есть. А если нет,
Тогда смотрите, как отдыхают другие люди на природе. Тебе понравилось так же, как и мне, тебе лайк, репост и коммент. Вчера в среду, после обеда, сон для усталых, взрослых людей. Мы приглашаем всех, кто отчаян, в дикие джунгли скорей. Там крокодилы, львы и гориллы, слон и пантера в зарослях ждут. Если ты смелый, ловкий, умелый, в джунгли тебя зовут. Ту-ту-ру-ту-ту. Вот эта штука здесь везде впивается во всех. Я помню, первый раз пошел в поход, насильно взяли папа меня с мамой. И целый день, прикрывшийся просто... панамой, что все это? Погоди, куда санчок не разберет. Пиявки, блядь, только тут еще. Проклятые шлимы без дорог, и я холодным потом обливался. Под их закон от тяжести склонялся. И все шутал, присевши на пенек. Ох, заманили, ох, заманили. Повесили на спину такой большой рюкзак, и гадостью какой-то накормили. А из палатки я не выбрался никак. И я сказал себе, ведь я ж не идиот, и заманить меня вам больше не удастся. Пойдем в базаре мне на лодочку кататься. Так я попал в байдарочный поход. И понял я, что... Мы вернулись в наш дом, разобрали его. Сейчас будем делать комнаты на четверых. Сказали нам, сыночек, отогрейся. И дали в руки мне огромное весло. Ох, заманили, ох, заманили. Повесили на спину такой большой рюкзак. И гадостью какой-то накормили. А из палатки я не выбрался никак. Потом купили мне велосипед. Противоронный шов, чтобы не подползли к нам никакие гады и дождь к нам не скатывался. Вообще так не едят ни в одном ресторане вообще Москвы, не сластно. Нас по рисовой дороге найдут, блядь, вообще муравьи унесут. Прекращай мысль за столом. Очень вкусно. Супер стол. Город засыпает, просыпаются джунгли. Оздоровительные процедуры, умыватели. Полоскание происходит в этом же месте, где и умывание, и питье. Зубную пасту используем одну горошину. Погнали. Дежурный свет. Too dangerous. Too dangerous. Теперь сра такая джубиская. One slippers, сра такая джубиская. One slippers, сра такая. Мы расширили жилплощадь. Все комнаты, конечно, без кондея, но в IC. Но народу может прибавиться ночью, поэтому мы расширяемся. Мы ложимся спать. Все очень интересно. Все трекочет, все щекочет. Светлячки летают. Посмотрим, кого украдут первым. Чур не я. Почти все проснулись. Нас не сожрали ни медведи, ни слоны не приходили, ни обезьяны.
только тигр ночью приходил, но у нас был костер, и он ушел. Вот. Наш друг поддерживал всю ночь огонь, чтобы к нам никто не пришел, даже комаров не было. На самом деле шикарно отдохнули, как в люксовом отеле. Мне снился пляж, вот, поэтому мне попал песок во сне, и я опух очень. Ну, мы сейчас пойдем в наш прорубь, короче, все смоем. Очень здорово просыпаться, когда куча птиц орет, всяких разных. Я узнал только павлинов. Теперь будем в органе завтрак. Что у нас на завтрак, интересно? Рис, наверное, стопудово. Как ты переспала с тремя мужиками в джунглях? Как обычно. Ничего нового не произошло. Так, нудлс. Закинули, закрыли крышкой. А, такие запахи, такие запахи. Ну как чего может называться? На ружье. Вот я знаю, откуда в Икее вообще берут идеи. Вот у нас столик на двоих, но если кто-то к нам придет, мы берем и раскладываем в два раза больше. Он становится в два раза больше, при этом он не занимает места вообще. Вот, ты можешь есть на нем, даже на твоей кровати. Вот на этой. Очень удобно. Спасибо, Икея, за идею. Сейчас рубрика «Привет». Илюха передает привет своему брату Костину в город Грязи. Кстати, самый чистый город в Липецкой области. Костян, жди открытку. В этом месте находится наш колодец с чистой дождевой водой. Какого бы цвета пугающего она ни была, но это же джунгли. Мы спали под Wood Apple дерево, плоды которого очень любит слон. Но сегодня он остался без завтрака. И если ты случайно окажешься в джунглях, и у тебя что-то не окажется из необходимого, смотри нычки охотников между деревьев. Можно найти и тапки, и подсвечник. Вообще все есть. Вот такие деревья. Ай, блядь. Как в индийском кино в лучшем, любое ружье хоть раз, но стреляет. Наше ружье стрельнуло в никуда. А ты говоришь, впереди него хотела идти. Все живы, окей. Как будто кто-то прикурил сразу спичечный коробок. Супер шляпа вообще, просто. Благодарю за нее хозяина. Прошлого. Короче, трасса закончилась и начался трэш. Зацеп. Сдавайся. Все царапается. Все режет. Мне тут один браконьер по знакомству сказал, что за убитого оленя дают 20 месяцев тюрьмы. Либо 20-25 тысяч рупий, там, в зависимости от размера оленя. Если нечего жрать, то в ход идут и олени вообще для продажи. Но пикока убивать нельзя. А это павлин, он как курица на вкус. Но здесь его никто не убивает, потому что не закон его охраняет. Его охраняет Бог. Блин. Это птица Бога Маругам. И поэтому ее опасно убивать. Потому что Бог накажет тебя лучше любого закона.
внезапно оказался. Наш друг Науфер может по 2,5 месяца не выходить из джунглей. За 2,5 недели может дойти до Джафны, к Катарагам, через джунгли. Вообще в джунглях скорость не измеряется в километрах, там, в часах, все в часах. Жалко, река такая пугающего цвета с крокодилами, а то бы я искупался. Опять же тут. Да, наше перекур место. Вот мусор, вот эти ленты, пакеты на деревьях. Это говорит о том, что вот эта вода поднималась сюда, река, вот до сих. И весь вот этот мусор, все это приносит река, когда поднимается, и даже и вот этот, вот до таких размеров. Вон то военное здание. О, бай-бай. Бай-бай. Тапок спасли. Теперь тебе придется выйти за него замуж. У него твой тапок. Если размер совпадет, все. А я успел первый. А я успел первый. Welcome. Хорошо, мы успели прям забежать. Очень классно. Вопрос, где взять дрова. Дрова взять из дома. Ваше здоровье. А ты подписался на мой канал? Что я могу сказать? Это блестяще, это успех. Это успех. Браво. Браво. Нобер Иша. Best cooking chef. Прям по остроте в меру вот сегодня прям вообще. Прям вкусная картошечка. Прям все такое вообще по-домашнему прям. Только руками. Главное, только руками. Вода закончилась. Поэтому у нас дождевая вода. Пошла. Но ее так пить нельзя, ее надо пить по-взрослому. О, красота. Фильтр. Ваша одежда, ваш фильтр. Джунгли лайк. Спасибо этому месту. Мы пошли в следующее. Макс? Встретили в джунглях храм слона. Ну или слоновье место здесь говорят. Сюда приходят слоны. Вот так. Ну давно уже что-то никто не приходил. В нашем домике темнеет. А нам осталось чуть-чуть до дома. Ну как чуть-чуть. Часа 3. Наше новое место.
Для перезарядки. Кейджи атак. Уже залетели как домой. Кроме залазит трубу. Пуля дура. Бинго! И еще пузиком сверху прикрыть, чтобы шарик не выкатился. И все. На все про все ушло 30 минут, чтобы перезарядить ружье. Все темнее, темнее. Там пчелы такие жужжат. Сладкий мед, наверное. Все, вызывайте поисковую группу. Всем бобра. Переправа, переправа. 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 Наш последний привал. Потерял свой телефон в джунглях. Вот, на силу нашли. Вам повезло, что вы это вообще смотрите. Остановились сделать закладку в лесу, в джунглях. В себе будущем. Из нашего настоящего. Все, закладка готова. Попробуй найди вот здесь. Вот именно вот здесь. Пушка упакована, стерилизована, отправляется в землю или на дерево. Я не представляю, как здесь Науфер ориентируется. Мы идем то налево, то направо, то, блядь, направо. Ни солнца, ни мхов, ни лишайников. Вообще и дороги, блядь. О, снова мы туда пошли. Опять в другую сторону. Кто-то лагает, по-моему. На крокодила не наступи. Они спят уже в это время. Окей, окей. Туда залазите. Окей. Что тут, блядь? Кто? Фамилия? Обана. Ага. Вот как. Кто-то нас атакует. Сейчас мы перелезем еще через защиту от слонов. Вот она под электричеством. По всему периметру. Ну и последний штрих. Пройти через дерево над рекой. Там вода и обрыв. И мы будем дома. Кто это? Кто это, манга? Кто это? Ты что, не родила еще без меня? М? Ты моя манга.
Да иди ты в джунгли.